Говорят, что любимцы богов уходят первыми. Вот папа Сергей написал, что зачем Богу понадобился твой талант. Такие люди проживают очень короткую, но очень яркую, насыщенную жизнь, распевают, оставив в ней свой огромный неповторимый след. А настоящий мужчина, вот такой, как Сергей, они летают всю жизнь, начинают летать, наверное, в раннем детстве, во сне. Сергей посчастливился, он летал всю жизнь и летел всю жизнь. Ну а нам что остается? Жить и помнить. Мы исполним вам с Александром песню Марка Фрадкина на стихи Роберта Рождественского из кинофильма «За облаками неба». Колышется дождь молодой, ветры летят по линам бессонным. Знать бы, что меня ждет за далекой чертой, там, за горизонтом, там, за горизонтом. Oh.